Спортивная школа Олимпийский. В этом бою, ввиду явного преимущества, победу одержал боксер синего угла Ахатов Булат. Спортивная школа Олимпийский. Награждение боксеров проводит начальник управления физической культуры и спорта города Набережной Челны Насреддинов Роман Мансурович. За второе место награждается Лукьянов Арсений, спортивной школы «Строитель». Ваши аплодисменты, давайте поддержим боксера. За первое место награждается Ахатов Булат, спортивная школа «Олимпийский». Также награждается специальным призом за лучшую технику Колобов Самир, спортивная школа «Строитель».